Вращающегося Эступиньяна. Бресиада потанцевал рядом с Блиндом, сделал отличную передачу, удар поворотом, еще удар, перекладина. Валенсия. Саудовский Шейхов в Ньюкасле и очень помогает. Команде опасный момент, Магуайр мог... Что касается завтрашнего дня, там Аргентина. Сердар Азмун, перекладина. Рвется вперед, один из лучших футболистов первого тайма, он уже на линии штрафной. Катит на партнера, а кто на удар решится? Вот, обводящий Пулишич, твоя история, он в перекладину попадает. Но опять же, вот какой-то решительности принятия решений не хватило Арну Рэмзи. И тут же ответ иранской команды, штанга. Это Сердар Азмун. Но Азмун попадает в каркас. Ворот, еще одна штанга, добивание. Как отреагировал на это? Всех это стало полной неожиданностью. Еще одна атака, удар! И мяч попадает в штангу с внешней стороны. Вы слышали этот звук? Агент впустил слух, что РВРНР не против со сборной Польши поработать. Поляки как-то подхватили эту мысль. Навес, удар! Перекладина! Перекладину попадает Аркадий Шмиль. Игрок правого фланга, поляки атакуют, и вот штанга, как же не везет этому человеку, а? Не засчитавший гол останавливает Эриксона, чтобы он не торопился. Вот такая подача, момент удара, и нет, штанга! Я не ругнулся, прострел! В обороне французы, давненько этого не было, и удар, и штанга! Какое произвольное. Сяло, хороший гандбольный скрест. Сам делает передачу. Гюндоган. Удар. Штанга. Отличная немецкая атака. Удар поворотом. Штанга. И Мусяло пытался добить. Срывается Кимих. Гнабри отдает ему мяч. Кимих простреливает. Удар. И вот тут уже Рюдигер мог забить. Жамала Мусяло. Удар поворотом. Штанга. Третья штанга и вторая у Мусьяла. Конечно, второй раз исполняет Хойлет. И какой удар от Тима Хатчинсон. Где мяч должен сработать? Сейчас датчик у арбитра. И вот, вот какой пас сделал шикарный Де Брюйне. Момент, и Лукаку. Штанга. Гол, нет, штанга. Дальше перевод на Педри. Педри ищет вариант на Гави, на партнера по команде, по клубу Гави. Дальше на Асенсио. Верная атака. И вот он. Удар! Звенит перекладина. Сохраняет мяч для партнера. Это Живкович. Удар с левой ноги. Штанга! Звенит. И Нунис, и Весина. Очень мощная по росту команда. Удар в штангу. Мяч. Вальверде здорово ушел, сохранил мяч. Ну и что, пробить издали? Да, удар Вальверде! Он... Листри. Очень интересный футбол показывает. Яркий футбол. Берет игру на себя. Здорово обыгрывает снова с мячом Пелистри. Острый пас, удар и штанга! О-хо-хо-хо-хо! И португальцы совершенно же увлекшихся атакой. Уругвайцев едва не наказали. Еще одна штанга. А здесь... Ну, нечто вспыхнуло один раз, и вот еще, пожалуйста, вторая вспышка. И это еще одна. Дальний удар. Штанга! Против них сегодня парни из Марокко, которые здесь стали звездами. Удар! Ой, какой удар! Это ведь не был удар! Но футболистов английской сборной Хендерсон выдает подачу. Удар! Ох! Представьте себе, что произошло бы с газетчиками английским. Немножко притормаживал, дожидаясь этого паса. Удар вообще не получился. Жиру под углом. Левая рабочая. Бам! Трещит штанга.